На каком фундаменте базируется городское самоуправление? В Берлине при строительстве новой ветки метро археологи нашли фундамент 700-летней давности. На старинных камнях когда-то стояла первая мэрия города. Исторические камни было решено спасти, интегрировать в новую станцию метро. Ну а подробности в репортаже Сергея Сумленного. Исторический фундамент первой мэрии Берлина был скрыт под асфальтом площади Александерплац целых 700 лет. Характерные крупные кирпичи, скрепленные известковым раствором, видели еще закованных в броню рыцарей. Фундамент мэрии был заложен через полвека после ледового побоища и за 100 с лишним лет до битвы при Грюневальде. Берлинские археологи счастливы такой находке. Они вновь видят то, что сотни лет было скрыто от глаз людей. Нам знаком этот стиль кладки. Мы знаем его по окружающим церквям. Это те же материалы, те же камни. Мы даже предполагаем, что мэрию строил тот же архитектор, что и церкви вокруг. И это было примерно в 1300 году. Археологическое открытие не стало неожиданностью. Строители новой ветки метро в самом центре Берлина знали, что где-то здесь располагается исторический фундамент, который надо сохранить любой ценой. Теперь каменные блоки весом от 15 до 40 тонн аккуратно вынут из-под земли и законсервируют, чтобы потом выставить в интерьерах современной станции метро. На этом месте будет проходить линия метро. Вот прямо здесь будет станция. Чтобы станцию можно было построить, мы аккуратно вынем остатки средневекового фундамента, а потом установим их внутри готовой станции под стекло, и все смогут ими любоваться. Это будут такие окна в прошлое. Ради сохранения исторического наследия открытие ветки метро даже перенесли на 2016 год. До этого момента древние камни будут надежно законсервированы в археологическом музее Берлина. Для берлинских археологов строительство новой ветки метро в самом центре города – это настоящий праздник. В самом деле не каждый день можно откопать из-под земли развалины старейшей мэрии региона. Сколько еще открытий предстоит совершить во время строительства 3,5-километрового участка метро, сказать пока тяжело, но археологи уверены, они еще будут. Сергей Сумленный, Кирилл Журавлев, специально для RTVI из Берлина.